жизни мой силуэт. Я оставляю за собой ярко-красный след и ставлю новый недосягаемый рекорд. Мои болельщики следят за алой полосой, в бассейне криками причудливает рай свет. Порой кажется, что уже надежды нет, но я вымыливаю снова все на зло живой. Лужу собственной крови на кафеле скользя, после запуха еле выползая на карачках. Носилки скорой помощи я не раз уже плачкал. Врачи качают головами, типа так нельзя. А как это нельзя, когда на самом деле можно? Хороший день, я точно знаю, что не утону. Смотрите все, я сейчас еще раз сигану. Такой вот экстремальный спорт молодежный. Бассейн полон разбит, опасный. Бумажные стаканы и отвертки от хот-догов отправятся в черный мешок, вставленный в контейнер. Ну а стеклянные бутылки все берет мой тренер. Для постоянных тренировок нам их нужно много. Пока я буду колесить по улицам центральным, забитым пробками в автобусе с красным крестом. Он будет